Ребята, всем привет, а мы продолжаем марафон по Observation Duty. Сегодня у нас третья часть, та, которая кому-то совершенно не нравится, а кому-то нравится очень сильно. Будем мы проходить The House with No Past, он поменьше, он попроще. Его, возможно, пройти в соло, в отличие от многих других карт. Нет, в отличие от второй карты, которая здесь есть. Этот Observation в 3D. Здесь можно открывать шкафчики, и нужно иногда это делать. И нужно репортить всякие аномалии, которые мы встречаем. Значит, смотрите, здесь стул у нас, картина какая-то. 4 бокала, 3 бутылки, цветы, плетеная белая полосатая ваза, колоночки, мандарин лежит, пульт, кружечка, 3 коробки, 2 вазы, какая-то панель. Это первая комната. Все держим, запоминаем в уме. Так, здесь ноутбук стоит. Здесь венцо, перечница, полотеночница. Микроволновка стоит ближе к плите. Это важно, запомните это. Кетчуп, горчичка, бутылка вина, 4 стула, картина 1, картина 2. Мужчина такой смотрит, типа нормально у него все. Значит, женщина здесь, вот женщина 1, женщина 2. Женщина 3, женщина 4, женщин здесь много. Картина с вазой, с лампой. Здесь, значит, какой-то отбеливатель. Здесь шампуня, здесь 2 шампуни и еще один отбеливатель. Цветочек, унитаз, все как надо. Идем дальше. Здесь у нас спальня. Цветы, пуфик стоит с правой стороны, это тоже важно, обратите на это внимание. Здесь вот такая картина, здесь яблоко, здесь лимон, здесь непонятно что. Шахматы. Мы с вами должны фиксировать аномалии и отправлять их. Собственно, вот такого плана аномалии. А что, почему она не ушла? А, я ее удаляю. Все, я поняла. Я ее удаляю. Вот так. Угу. Не могла понять, почему не срабатывает. На ту же самую кнопку. Ага. Да там голая женщина просто катается у меня на стуле. Спасибо большое. Так, здесь у нас что? Здесь вот какой-то станок, 5 шин, баллоны, вот это вот все. В этой части что удобно? Генератор. Что здесь есть звук. И в целом, когда происходит какая-то невыносимая ерунда, это можно услышать. А в остальном это достаточно сложная часть обсервейшена. Сложнее черно-белых, сложнее даже второй цветной, которая по камерам, потому что вам здесь нужно ходить своими ножками, и это не всегда удобно. Здесь, по-моему, кстати, ничего не меняется. Здесь даже есть вот записочка, здесь нет аномалий. Вот, no anomalies in here. Но открывать, тем не менее, все это можно, нужно. Почему бы нет, если игра нам дает такую возможность? Это что такое? Там что, булькнуло? Здесь некоторые аномалии видно только через камеру телефона, как вы поняли, да? Я слышала бульк. Но в ванной типа все ок. Блин, а что такое бульк? У нас, кстати, когда был стрим по этому обсервейшену, мне что-то рассказывали, что такое бульк. Но я не помню. Это какой-то прикольчик. Что-то точно здесь не так.
Ну, здесь типа все нормально. Блин, а что ж это был за бульк? Я забыла. Печально. Печально, потому что, возможно, именно этой аномалии мне как раз не хватит. Когда меня будут отсюда выгонять и говорить, что все, все потеряно. До свидания. Вы не справились. И вот это вот все. Здесь на самом деле легко проиграть, потому что аномалии не всегда очевидны. Не такие, как так, вот этого не должно здесь быть. Не такие, как с крутящимся стулом и сидящей на ней женщиной. Это скорее нечто очевидное. Вот эта штука, которая сейчас только что была, это тоже достаточно очевидно. Вот. А вот некоторые другие, их прям придется выискивать. Чувак вроде такой же. Стулья, картины. Микроволновка на месте. Зачем мы открыли холодильник, спросите вы? Так, цветы пропали. Потому что в холодильнике может прятаться тоже еще одна аномалия. Смотрите, сейчас цветы вернутся. Магическим образом. Угу. Так, здесь что? Стоишь? Здесь бывают такие, ну, не то чтобы страшные интрудеры, но не очень приятные. Пугающие, скажем так. Блин, а можно чувствительность убавить? Ага, а то у меня прям... Прям сильно дергается. Мне кажется, у вас тоже дергается, будь здоров. Так, шины. Все вроде все норм. Выжить нам нужно, как и в классическом обсервейшене, до 6 часов. Сейчас у нас прошло полтора. Какая ли здесь была картина? Наверное, да. Так, женщина милая, улыбается. Пока все нормально. Так, а этого же здесь не было. Здесь два цветка? Или я типа сфоткала один цветок и появился второй? Так-то? Это был экстра объект. Дополнительный объект, который появился. Должен был нас запутать. Но мы с вами как бы не лыком шиты, да? Мы эту третью часть уже играем. Мы знаем про аномалии очень-очень много. Так, следим за этим парнем. Поэтому мы взяли и сразу заметили. Целых две аномалии уже в той комнате. Здесь ничего не пропадало. Как будто бы нет. Интересно то, что булькнуло. Что ж это все-таки было? Я просто помню, как я спрашивала, задавала этот вопрос на стриме, и, по-моему, мне ответили. Или я, в конце концов, сама нашла. Но что-то это точно значило. Аномалия там была. Вот только какая. Так, женщина. Так, это что за... Гост какой-то с глазами, смотри. Смотри, смотрит. Уходи. 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 Ага, спасибо. Здесь уже третья аномалия в этой комнате. Здесь, походу, призрак. Любимая комната. Какая комната твоя? Так, бутылка сюда смотрела или была отвернута? Давайте зафоткаем на всякий случай. Мне казалось, она в ту сторону была повернута. Возможно, мне... Ага, все хорошо. Все хорошо, извини, не буду больше.
Так, женщина все еще довольна. Этот все еще лежит. Здесь шампуня. Одна-две. Так. Чемодан. Дети. Картина. Меньше всего мне нравится гараж, потому что по статистике я меньше всего здесь подмечаю. И это прям может расстраивать. Так, женщины все здесь те, какие должны быть. Так, пацан изменился, смотри. А я вам говорила за ним следить. Так, там что-то орёт. Сейчас пойдем смотреть. Сейчас пацана поправим. Вот такой должен быть. Привет. Ты как тут? Дышит он, конечно, тяжеловато. Мне кажется, у него астма. Куда тебя сейчас засосет? Ушел от ответа. Так, не забывайте за девушкой следить. Пацан уже изменился. Значит, может измениться и она. Я играл в эту игру, конечно, уже не раз. Поэтому мне чуть-чуточку попроще. Если вы играете в первый, вы не совсем знаете, куда смотреть. Но даже если вы уже играли в эту игру, вероятность не пройти ее с первого раза все равно сохраняется. Просто потому, что не всегда успеваешь обращать внимание на те вещи. Которые... Так. Вот и бутылочка подоспела. Но те вещи, которые меняются в игре, иногда просто бывает, что тебе везет, и тебе попадаются ровно те аномалии, которые ты замечаешь, которые вот, ну, те, на которые ты вот прям глаз положил изначально. И как раз именно они начинают меняться, и ты такой, ну да, да, конечно, я так и думал. Я с самого начала на это все смотрел. А иногда бывает так, что тебе попадаются те аномалии, которые совсем какие-то неочевидные, ты даже не знал, что такое может быть. Приходится проигрывать, переигрывать, искать новые какие-то штуки, на которые ты не обратил внимания в первый раз. Но на самом деле игра эта несложная. Блин, не поменялся ли комод? Немножечко паранойя, но давайте лучше проверим. Так, поменялась картина, сейчас бегу. Бегу. Угу. Так, вот это была другая. Точнее, была эта же, но красного пятна здесь не было. Угу, благодарю. Так, мы с вами выжили уже почти 3 часа. В 3 часа начинается самая жесть. Приходят интрудеры. Начинают здесь пугать всех, звуки издавать резкие. Прям нехорошие люди, редиски. Генератор на месте. Здесь тоже все нормально. Если с картинами нет никаких проблем. Ну, вроде такие же и висели. Так, кто-то дышит. Батя. Бать. Ну, мы же с тобой договаривались, что ты будешь одеваться, когда приходят гости. Его всосало в черную дыру. Надеюсь, там он оденется.
Интрудеры, да, они все приходят со звуком. В целом их трудно пропустить. Некоторые из них, как я уже сказала, видны только так. Угу, две штуки была одна. Некоторые из них видны только через экран, некоторые видны вот так, как батя. Так что заметить их проще. Да, ну в смысле, вот. Вот штука. Была одна. Или надо вот ту зарепортить, вторую. Наверное, вторую. Три часа мы с вами. Три часа живем. Ну, значит, вот это. Но одна была. Ну чё, игра? Не морочь мне голову. Сетка была одна. Так-то лучше. Так, шахматы. Я все еще слежу за картинами, потому что картины меняются очень незаметно. Вот эти особенно, которые с людьми. Довольно тяжело заметить, что выражение лица у кого-то поменялось. Поэтому я вот слежу за этой дамой. Ага, ноутбук. Был выключен. Так, здесь все нормально. Полотенечница стоит, микроволновка стоит как надо. Ноутбук давай выключай, нечего. Сядет просто и все. Тапки, кстати, стоят на месте. Это хорошо. Здесь у нас что? 4-3. Ага, плетеная белая полосатая. Корзины в порядке. Женщины висят. 3.22. Полет нормальный. Вроде бы. Так, они поменялись белые с черными, нет, местами? Мне почему-то казалось, что они наоборот стояли. Но, возможно, нет. Возможно, это паранойя. Нет. Ладно. Простите. Простите, что отвлекла паранормальный отдел. Так, вот эта красная папочка была там? Такое ощущение, что нет. Такое ощущение, что она вот со стола откуда-то мигрировала. Ну давай. Да. 3,5, ребята. Мы пересекли экватор. Эта картина и была такая же. Вот прям такая же, такая же. Так, картина поменялась дальняя. Сейчас зарепортим. Угу. Вот здесь, видите, две девочки. А была девочка и бабушка. Дети, по-моему, тоже как-то могут меняться. Это... Такую вот аномалию не просто запомнить. Заметить, точнее. Запомнить-то ладно. Но это надо знать, что может здесь все поменяться. Сакцентировать на этом внимание, потом вернуться и увидеть, что там реально поменялось лицо, и там две одинаковых девочки на тебя смотрят. Ага. Здесь все нормально. 3:49 показывает плита, что совпадает с моими часиками на смартфоне. Так, женщина. Вас тут не было, вас тут не стояло. Я не помню, что здесь было, но здесь точно была не женщина. Всех женщин я посчитала еще в начале катки. Они все подотчетные. И эта женщина в отчете не значится. Да, здесь просто, вон, видите, абстракция какая-то. Какой-то шум был, нет? Показалось? Угу.
Может, переехала просто. С небольшим звуком. Как по мне, третий обсервейшн, он, конечно, выбивается из всей серии. Из-за того, что здесь нет карт... Ой, карт, говорю, камер. И нужно ходить самому. Так, опять булькает. Да что ж это такое? Блин. Блин. Что это за бульки? Мне кажется, что вот Observation хуже не стал. И говорит, что третий плохой, а все остальные хорошие. А, может быть, вот здесь, подожди. Откройся. Да нет. Можно открыть унитаз? На Е же открыть? Нет. Я думала, в унитазе кто-то булькает. Ладно. Я отвлеклась на унитаз, короче, и не запомнила, закончила я мысль или нет. Если вдруг закончила, то послушайте еще раз. Короче, страшный observation 3D-шный. Когда ты сам ходишь и типа ищешь... Так, генератор пропал. Сам ходишь и ищешь этих интрудеров, не знаю, мне больше, наверное, страшно это, чем... переключать камеры. Хотя, когда переключаешь камеры, он прям смотрит тебе в лицо. Это стремновато. Но мне все-таки кажется, что третий пострашнее. Что-то в уши мне как будто дует. Ветер какой-то. Вьюга. Аномальный холод. Так, ну и чё? Я пока больше ничего не вижу. А мне не нравится. 4:30. Если вдруг что... Здесь ничего не стояло? Ли. Я уж думала, кетчуп с горчицей пропали, но нет, нет, все на месте. Люстра это крутится вентиляторовая. Плетеная белая полосатая, три коробки. Ничего не происходит, это плохо. Женщина все еще милая. Здесь вроде ничего нет. Если здесь какой-то ГОСТ булькает, то нет. Опа! Это я хорошо зашла. Заметила. Ага, не трясись больше. Что? Так, это мне звонят и говорят, что я очень плохо выполняю свою работу. Это, ребята, очень плохо. Это вот в тот момент, когда я ходила и говорила, что ничего не происходит. Значит, произошло уже очень много. Это печально, потому что остался всего лишь час. А мне бы не хотелось бы. На последнем часу проигрывать. Так, там женщина орёт, слышу. Сейчас приду, подожди.
Подожди, у меня тут эта розетка летает. Мы подбежим к ней очень быстро, потому что она голая. Она там хоть и прикрывается, но как бы все равно, да? Фига себе, Тимофей, глянь. Первый раз такое вижу. В смысле, это не аномалия, по-твоему? Зарепортите его, пожалуйста. Спасибо. А то он начал меня напрягать. Так, с детьми все нормально. Так, паукан. Хорош. Пошла жара на последнем часу. Так, здесь у нас что? Вазы стоят. Здесь, наверное, все. Здесь вообще эта комната рекордсмен по количеству аномалий в этой катке. Все нормально. Знаете, кто это? Это он. Мужик на кровати. Лучшее, что есть в этой игре, ну, после бати, конечно же. С батей ничего не сравнится. Это мой любимый интрудер. Он абсолютно не страшный, но каждый раз вызывает восторг. Так, что-то упало. Нет, что-то бьется, смотри. Это унитаз. Ладно. Аномалии со звуком, конечно, самые палевные. Так, бананов достаточно? Достаточно. Здесь вроде все хорошо. Мужика мы уже репортили. Кресло. Телевизор. Тимофей, я, кстати, по-моему, не видела. Я первый раз вижу такую аномалию. Где Тимати идет. Идет на тебя и смотрит. Жутковатенько, жутковатенько. Так, ну, все вроде норм. Игра хоть на меня там что-то и поругалась немножко. Но вообще, мне кажется, я справляюсь неплохо. Машину жалко, конечно. Но ничего страшного. Там те, кто чинит аномалии, починят и машину. Я все ждала, что микроволновка переедет. Такая прикольная аномалия, на которую ты не обращаешь внимания вообще, если только не сосредоточишься на ней до начала игры. Типа, следи за микроволновкой. Микроволновка возьмет и уедет. Точнее, может уехать. Так, дети ок, дети ок. Так, шины, колесы. Да, все вроде нормально. Мне кажется, мы справились. Не будем, конечно, раньше времени праздновать. Но в целом, как бы, ну а что? Мне кажется, даже больше ничего не успеет появиться.
Это победа, ребята. Это победа. Хоба. Congratulations. You survived the night. You fixed 25 anomalies. Сколько их было, игра нам не сообщает. В общем, мы прошли третью часть. С первого раза прошли. Мы с вами молодцы. Мы с вами увидели аномалию с Тимофеем, которую я до этого не видела. Это стоило того, мне кажется, чтобы проходить. Ну а в целом все, продолжаем. Продолжаем усиленно ждать пятую часть. И надеемся, что она нас не разочарует. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Если хотите поддержать канал, ссылка на Donation Alerts будет в описании под роликом. А также в шапке канала. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.